Ну что, смотрим очки. Вся Дита коллекция, она позолочена. Mm-hmm. Либо белое золото, либо желтое. Абсолютно все? Абсолютно все, даже все детали. Боже мой, и красавцы. Внутри металл титаний, он очень твердый. Да, титаний потому твердый. Что они очень легкие и не ломаются. А с виду, mm-hmm. что они очень... Кажется, хрупкие. Да. Угу. Не надо бояться ни из этого. Вы попробуйте одеть, они очень безвестные. Я так устала уже, что я уже, меня не берет уже ничего. Обычно у меня сразу идет адреналин, когда я вижу что-то красиво. Но устала ужасно. Мне вот эти понравились. И вот эти, и вот эти. Это Cartier. Это же Cartier. Лучше, значит, я устала. Потому что уже ничего не читаю. Это тоже ручная работа, сделана в Японии. Это покрыто все золотом. Это все именно не по золоту? Все позолоченные, да. Просто по золоту, а не золото, да? Да. Ну, если были бы золотые, они бы были мягкие. Да. Легко было бы. И стоили бы иначе, правда? Да, и стоили. Ну, эти, да, у меня вот эти впечатления, Cartier, вот эти неплохие. И тут вот снимается эта деталь. Ну, я так и поняла, что можно. Выглядит по-другому. Поскольку там кнопка, понятно, что... Да, но вот есть на... Вот кто хочет, пожалуйста, люди, приходите покупать. Сколько стоят они у нас? 925. Так, не видно? Ну, в общем, 925. Вот эта серия Cartier. 925. Они роскошные. А что еще у нас есть красиво? О, тут еще много. Я не заметила. Ой, сапками эти мне нравятся, да. И они с ним снимаются, можно носить. Моих друзей уже есть, у меня еще нет. У меня другие. И носится цепочка спереди. Угу. Красивые. А какая их цена? 693, где тройная. Угу. А подешевле, где одна цепочка, это 416. А вот эти, которые самые красивые? Ну, то же самое, 693, где тройная. Ну, то есть можно сказать, что 700, да? Ну, Майер этого стоит. Очень красивые. Вот эти красивые тоже. Все надо мерить. Вы удивитесь, да. Как это. Я знаю. Это одно, что на полках, а другое, что... Я с одеждой работаю, поэтому я знаю. Что на вешалке эта вещь может быть одна, когда человек оденет, всем иначе выглядит. А вот эти очень маска. Это Фенди. Офигенные. Мне так нравятся. Это Фенди со Сваровски. Стала мне такое же подарить. У меня есть маска, но... другого бренда, не Fendi. Но эти очень красивые, они закругленные такие, как космические. Пойдем уже. Но сейчас, подожди, я что, эту красоту должна... Сколько они стоят? Кстати, они стоят... 369. Они не стоят дорого даже вообще. Вот прямо на эти Fendi я глаз положила. Что-то похоже уже есть. Но у меня есть много чего, я коллекционирую очков. А? Мне кажется, что есть. Ну, так у меня таких нет. Эти две, последняя модель Шанель. Эти мне не очень нравятся. 2020 уже. Эти... Так. И эти Мю-Мю. Угу. Это 20-й. Вот эти неплохие. Оля, а ты не устала? Я не знаю, кто Оля. Говоришь, что ты устала. Не, я не знаю, кто Оля. Вот эти интересные. Это Валентина. Ой, какие красавцы. А сколько они стоят? Сейчас я... 265. Вообще даром, правда? Ну согласитесь. Валентина не так. Для Валентина. Бренд. Все равно. В любом случае. Вот эти красавцы тоже. О, боже мой. Там, где блестит. Это все. Настоящие. Боже, какая красота. А сколько вот эти стоят? Они стоят 815. Ну да, это Сваровские.
вообще красивая. Есть над чем думать. Вот эти хорошие формы мне нравятся в этих. Это последняя модель Dior. Компания была на рекламе, везде они. Цвет, правда, хороший? Да. Какой-то как карбоний, не знаю, как он называется. Темно-синий. Угу, красиво. Ну, запечатлела я, в общем. Спасибо большое. Отдыхайте, приходите. Ой, уже... Очки просто Арне. Я очками просто заболела. Да. Ты знаешь, что я очки очень люблю. Баба. Я Валера. Буду заканчивать. Боже, давай я вот это вот сниму. Да, очень красиво.